кто-то на тендер? Полина. Моя красота. Вот. Муж сейчас поедет на джетски кататься. А мы с детками пока что собираемся на наше мероприятие. Мерили платья для будущих ивентов. Вот муж отчаливает. Погода у нас прекрасная. Не жарко. Где-то плюс 15-20 градусов сегодня. И принцесса машет. Как там? А я стою на берегу. Машу рукой, а сердце замирает. И ничего поделать не могу. Извините за мое пение, но не удержалась. Прям песня в пору. Полиночка! Возвращайся! Пойдем дальше мерить платье! А белые пятна у нас это какашки от птиц. Да, мы их отмываем, щеткой оттираем. Так что извиняюсь. В следующий раз сделаю видео, постараюсь, чтобы их не было. Ну, такая правда в жизни. Какашки тоже бывают. Ой, господи, какая красота. Эта девочка. Так, я уговорила Полину на фотосессию. Мы идем цветочком, потому что это единственное, что она согласилась. Да, Полиночка? Так мы пытаемся фотографироваться. Какие у нас красивые цветы. Полина. Красота моя. Какая же ты классная, Полина. А теперь ты можешь встать, чтобы мы сделали фотографию? Сможешь встать? Нет, не совсем. Мапира! I love you! I need my water! Ой, мы приехали опять на пляж. В этот раз будем смотреть закат. Смотрите, здесь есть такой... кафешка прямо на пляже, да? Живая музыка. Такая, знаете, очень американская такая атмосфера. Очередь огромная. Написано же, не лазить по деревьям. Эти залезли, конечно же. Мои обезьянки. Если на дерево нельзя залазить, то залезут на камень. Смотрите, какой закат красивый. Мне нравится наш пляж. Люди сидят, выпивают, кушают, наслаждаются. Ну, какие собачки. Ой. Очень короткий пляж. Песок, песочная полоса очень короткая, мне нравится. Спасибо. Маркус, вернись! Где наши друзья? Да? Вот там они, да? Так. Все получили по напитку. И мама, и дети. Ты видишь русалку там? Там русалка плавает настоящая. Вон, вон, вон. Вон она. Здорово. Какая красота.
красота. Вот, все встали, смотрят, когда ходит солнце. Туристы сидели, вот собак много, туристы сидели, а теперь все встали. А, мама, я открою ноги! Да, здорово. О, смотрите, в колокол бьют. Интересно, это что это? Это, наверное, значит, что солнце зашло? Понял?